между восходящей частью аорты и легочным стволом. Вот так, поперечный перикард. Между аортой и легочным стволом. Синус. Косая пазуха находится сзади сердца, ограничена основанием левых легочных вен. Левых легочных вен слева и нижней полувены справа. Ну, то есть, если взять макет сердца, там можно будет вот так провести, а тут не очень понятно. Клапан аорты в сердце. Клапаны сердца? Клапан аорты в сердце. Клапан аорты. Вот аорта. Это аорта и вот клапан. Видите? Полулунные складки. Вот они. Вот клапан аорта. Это аорта. Видишь, плотные стенки? И вот это клапан аорты. Вот он. Легочный ствол. Легочный ствол, он впереди аорты. Вот он. Наверное. Клапан легочного ствола. Здесь нормально в сердце нет. Она образована. Ну, мы легочный ствол видели, конечно, но... Ну, короче, вот этот легочный ствол, вот тут клапан находится. Правая и левая легочная артерия. Правая и левая легочная артерия. Мы же находили, да, я хочу. Вот они. Правая и левая легочная артерия. Вот отверстия. Нижние. И вот верхние две. Видите? Пакешка на меня проходит. Ну куда я там тебя пакеш? Короче, вот тут они. Дальше. Луковица аорты. Левая венечная, правая венечная артерия. Левая венечная дает переднюю межжелудочковую. А правая венечная на заднюю поверхность сердца идет, дает заднюю нижелудочковую и огибающую верхнюю. Образуя, получается, вертикальная... Давай дальше. Восходящая часть аорты. Ты тоже только показывай. Дуга аорты. Вот она короткая, а вот это уже дуга. Плечи головной ствол, левый общесонный. Плечи головной ствол, общесонный и подключичный. Наружная сонная. Здесь нет. Ну, наружная сонная, а где-то у нас просто витальный стресс. А здесь не найдешь. Здесь не найдешь, наверное. Может, на этом найти? Наружная. Наружная сонная и внутренняя сонная. Сосудистый нервный пучок. Верхняя щитовидная артерия. Тут ее, короче, ни хрена не видно. Тут он тоже разводный. Может, тут будет видно верхняя щитовидная артерия? Да, может быть, кстати. Нет. Где ты ее увидел? Покажи. Ну, считаете? Ну да, но ты думаешь, это вообще-то нервы, по-моему, нет? Это все нервы. Желтые — это нервы. Язычная артерия. Язычная артерия, артерия лингвалис. Что-то маленький язык. Я вообще не могу найти его. Где язык тут? Язычная артерия. Ну, блин, это понятно. Ну, понятно, ты ее покажешь? Да. А я нет. Я вряд ли. Тут надо бы на трех, на котором все артерии нормально. А это вот нашла? Не половинка языка? По-моему, это половинка языка. По-моему, это какой-то нерв тут идет. Нерв идет, ну, короче, сосудистый нервный пучки и с этим нервом.